Всем привет, дорогие друзья, дай бог вам доброго вечера. В Ереване уже примерно 1 часов вечера. Слушайте, хочется с вами кое-что вам рассказать. Не очень приятно, может быть, будет для всех. Вот тут ходил я по Еревану, тут некоторые переулки и так далее. Слушайте, ну я вам честно скажу, вообще как будто в Москве я, вот вообще не шутя, да? Ну, ситуация не из лучших, конечно, здесь. Вообще нравственная жизнь города какой-то кризис переживает. Вот эти пабы, мабы, вот эти всякие ночные клубы и так далее. Их так много тут вокруг. Везде вот эта громкая музыка, люди прыгают, люди курят, люди принимают наркотики. Одним словом, такой ужас здесь происходит. Вот тут стоят там стенки, там парень с девушкой целуются. И везде грязь, везде бычки, везде там бутылки. И такое чувство, что я реально в Москве как будто. Будто я и не приезжал в Армению. Ну, вот честно, вот такая вот нравственная жизнь в таком упадке сейчас. Ну и духовно-нравственная жизнь, я так скажу. Что просто хочется вот, не знаю, что сделать. Сказать, что это крик души, что ли, внутри. Ну, действительно, на всем как-то надо на себя как-то по-другому посмотреть. Как-то посмотреть и сказать, что действительно у нас не все тут хорошо на самом-то деле. Нам каким-то образом нужно измениться, что ли, наладить свою духовную жизнь. Вот в этом кризисе, вот когда вижу это все, хочется вспомнить слова апостола Павла, который говорит, там, где больше греха, там и благодати много. Знаете, как бы, когда человек упадает очень сильно, да, так глубоко, нужно еще больше силы, чтобы от этого человека избавить, поднять его. Так и здесь. Логика простая на самом деле. Нам всем нужно очень сильно за Христа держаться, друзья. Очень сильно за Него держаться и подняться из этого духовного упадка, подняться и следовать за Христом. Вот что нам всех может поднять. Никакое, так сказать, общественное порицание или что-либо другое нас не может поднять, а только Христос, Иисус. Вот за Ним нужно следовать, друзья. Такой короткий эфир. С Богом. Спокойной ночи.